Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Это за Лигу Мастеров 2 звезды. Сразу идем к заданиям и забираем то, что успели сделать. А сделали мы ничего. Так, значит, открываем с тобой. Так, колоду я взял, да? Взял. Но не то, что надо. Давай вот здесь мы с тобой откроем. Кто у нас там? Острозуб, окей. Так, идем в список. Ищем нашего сплинтера. Навыки. Так, ну что, давай докачаем тогда уж вот этот удар до второй ступени. Раз такая пляска у нас пошла. Ну давай ты уже. Окей. Так, прокачиваем. Слушай, а может быть нам полностью прокачать, а? Так, давай-ка мы попробуем с тобой найти две куклы Дарума. Портрет короля. Здесь у нас, ага, кукла Дарума одна выпала. Вторая выпала, шикарно. Так, что нам еще нужно там? 12 номеров и 10 катушек. Ну, давай катушки попробуем поискать, наверное. Доска для серфинга. Причем доска поломана, ты заметил, да? Надкусанная какая-то. Акулой, что ли, я не знаю. Такое, кстати, бывает на самом деле. Так, тихо. Это какая у нас вторая катушка уже найдена, да? Ну, ты понимаешь, что сегодня мы уже не успеем найти. Потому что у нас вроде бы как задания выполнены. Раз, два. Так, и поднять уровень персонажа. Уровень мы с тобой поднимаем Армагону. Но мутагена вообще мало. Всего лишь 4000, поэтому, ребята, будем копить. Ну что... Так, жетоны вот эти надо сегодня обязательно набить. А давай прям сразу же и набьем их. Тут, как говорится, секундное дело. Ну что, поехали. Так, выбираем нашу команду. И, как говорится, вперед на танки. Быстренько сейчас с тобой набьем просто-напросто эти жетоны. И пойдем уже с тобой на арену. Так, выносим сразу же с удара его. Ну, 20 уровень, сам понимаешь. Сейчас, кстати, на последнем эпизоде, по-моему, нам придется немножко с тобой постараться завалить. Хотя, ты знаешь, Армагон-то у меня уже прокачан до 99 уровня. Раньше он был 90-м, а он не справлялся. Ну, как бы справлялся, но еле-еле. Сейчас посмотрим, как мы с тобой ушатаем этого змейковьюна на последнем этапе. Мне самому даже интересно, что у нас получится. Тюнц, ага, промахнулся, получи в репу. Так, второй эпизод у нас пройден, там еще остается два. 60 и 80 уровень. Ну что ж, давайте, показывайте мне. Тут уже 80 жетонов разыгрывается, то что нужно. И в конце будет соточка. Это единственный, ребята, ивент, где мы можем вот так вот много набивать себе жетонов. Ну, не считая того, когда может выпасть при фарме. Тинс, ну это пониженная атака была, поэтому не удивляйся. Давай, наверное, тройной укус сделаем ему, да и все. Чтобы не зазнавался. Отлично. Ну и последний этапчик у нас с тобой. На 100 жетонов. Итого у нас будет 400 жетонов получается, да? Даже 435. Окей, погнали. Так, ну что, Зэк здесь не котируется. Джастин не котируется, только лишь Армагоша. Так, начинается, да? Ну, давай-ка попробуем стрельнуть. Отлично. Так, теперь тройной укусик сразу же с лету. Красиво. Так, сейчас он будет психовать. Давай, наверное, вот так попробуем сделать. Ох, вообще ничего не сделал. Ну-ка, заблокировать. Нормуль. Так. Ну давай валуном попробуем его кидануть. Погибнет, нет он, интересно? Погиб. Ребята, это в первый раз за все время у меня остаются три персонажа на последнем вот этом эпизоде. Я тебе серьезно говорю. Зэк обычно всегда падал, но здесь он выжил, я не знаю каким чудом. В общем, есть еще у меня один маленький рекордик. Так, ну что, а мы с тобой переходим на арену. Так, находимся мы в данный момент ранг 95-й, Лига Мастеров
одна звезда. 23, как ты видишь, отката, поэтому давай-ка что-нибудь сегодня придумывать с тобой, как-то выкручиваться из этой кабалы и пробиваться все выше и выше. Ну что, мне не дадут, что ли, 16-23? Эй, не хотят, ладно. Крис, давай с тобой попробуем подраться. Так, берем Усаги. А, тут 70-е уровни. Придется тогда нам брать подстраховку. Возьму Змейковьюна и начну, наверное, вот с этих ребят. Да, 50-е уровни, но будем надеяться, что они не упадут у меня. Ну и, конечно же, вся надежда на Усаги. Сейчас посмотрим, что он тут сделает. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Дебаф. Дебаф повесил. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, родные мои. Так, Змейковьюн, блин, я боюсь, он не успеет Донателло ушатать. Хотя, погоди секунду, может быть, меткость понизили, но это тоже хорошо, ребят. Вот он, риск, ребята. Это называется благородный риск, потому что мы рискнули и выиграли. Не сфейлились. Хотя могли. Как бы я пытаюсь побольше избегать таких вот, ребята, рисков. Потому что нам нужно с тобой все-таки уже в Лигу Мастеров 3 звезды переходить, а мы все топчемся на одном месте. Но не было, видишь, ребята, видосиков у меня 2 дня целых. Потому что, ну, занимаюсь ремонтом, понимаешь. Там тоже очень много времени отнимает. Так, ну что, мы с тобой возьмем, наверное, ну, Диму. Димку возьмем, да? А почему бы и нет? Берем Димаса. Так, вместе с ним пойдет не Майки. Возьмем Джастина. Подожди, а почему 64-й в плане? Я не понял. Только что были 70 там какие-то уровни, а уже 64-й, 65-й. С чего вдруг? Ладно. Будем пытаться. Хотя, что пытаться? Сейчас Усаги их просто прорвет всех. Ну-ка. Ну, я тебе о чем и говорю. Добивай, Майки. Джастин, ну а ты? Все. А почему такой, интересно, разрыв офигенный? 74 уровень, да? 71 и 64. Почти на 10 уровней. Не знаю, друзья мои, с чем это связано. 56 позиция. Отлично. Так, у нас, кстати, 96 монет. Надо будет их потратить сегодня. О, геймер. Ты как раз вовремя подоспел, геймер. Против тебя пойдет Карайка сегодня и... Нет, Шархан пока подожди. И Ванюшка. Раз, два. Да, Карайка и Ванюшка. 70 и 60 уровень. Ну что, давай будем втыкать нашим противникам. Эх, кролик вертухай, погнал, погнал. Давай, опа. На всех висит постепенка, и Карайка, наверное, добьет их. Ну, Леонардо отдуплился именно от постепенного урона. Все, прекрасно, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Так, сегодня еще испытание у нас будет. Правда, вот я не знаю, стоит ли его проходить, это испытание. Так, 43-я позиция. Блин, я не могу, меня глаз мозолит. Давай зайдем с тобой и потратим все-таки в предметах. Так, Лео, мы тебя приобретаем. Все. А то мозолит прям перед глазами. Все, продолжаем с тобой арену. Что-то как-то 16-22 так и стоит. Не продвигаемся ни на йоту с тобой. Почему такое происходит, а? Вот. Вот, я тебе говорю, надо стараться, ребята. Правда, тут Майки, которого я не очень люблю, когда он у врагов. Придется здесь взять Леонардо. Для подстраховки, друзья мои. Только лишь для этого. Ну что, 71 уровень, я думаю, мы справимся здесь, да? Потому что они сходят один за другим. То есть Усаги, пусть с него будет идти сразу же Леонардо. И мы моментально их подкосим. Ну-ка. Ну да, так оно и получится. Так оно все и выйдет. Хотя Бакстер может выжить. Нет, тут ему не повезло. Ты заметил, кстати. Я только сейчас заметил. Когда Леонардо фильм падает, он держит мечи в руках. Но когда он падает, почему-то мечи уже у него воткнуты в землю. Как он успел их воткнуть-то туда?
Так, ну что, у нас 31-я позиция, то есть еще буквально, ну, бой другой, и мы уже будем с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды. А откатов у нас еще 20 штук, плюс еще дофигища персонажей. Так что есть шанс. Так, 17-23. Толя, вот тебя-то я как раз и ждал, Толенька. Давай-ка, а с тобой пойдет у меня в команду вот эта вот троица. Надеюсь, не подкачает. Ну-ка, ся. Давай, Усаги, жги. Как никогда. Постепенку. Главное, вешай постепенный урон на них. Блин. Сплинтер избежал этой участи. Ну-ка, Лео. Классно. Обожаю. Ну что же, мы с тобой идем далее. Какой? Я сейчас думаю, где-то позиция 15-18 должна быть. Блин, я еще подпростыл, ребята. Может быть, говорить буду в нос. Не обращайте внимания, может быть, даже могу шмыгать. Ой, так, Ромка у нас здесь. Ага, Ромка. Берем. И, ну, тут, я думаю, так, ага, погоди-ка, 72-76 уровень. Ого. Почему такие разрывы офигенные? Только что были 70-е, 64-е, уже 76-е. Хм, хотя мы еще даже не перешли с тобой в Лигу Сёгунов, в Лигу Мастеров 2 звезды. А уже такая вот большая разница. Странно. Ну. Ай, молодца, вот только не, мне не нравится... Рокстеди. Твою ж налево. Ну, Алапекс, не подведи. Ну. Ай-яй-яй, слабовато. Выжила, слава богу, выжила. Бросай баллончик. Фигня, это не баллончик. Лео, ну а ты... Трындец, только Усаги. Только лишь Усаги нам здесь поможет. Ну что ж, друзья мои, очень хорошо. Так, я так понимаю, мы переходим с тобой уже в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну-ка. Да. Сотое место. Прям вот тютелька в тютельку успели, да, получается. Ну что, берем с тобой Джавьера. Кстати, он нам уже в той серии попадался. Джавьер. Откатики, правда, у нас с тобой все меньше, меньше и меньше. Тут, наверное, еще возьмем с тобой подстраховку, потому что уже дела идут не очень хорошо у нас. Потихонечку начинает нас тут разбирать. Так, инициатива большая здесь у Карайки. Поэтому нам нужно ее сейчас будет наказать. Хотя я не знаю, кто быстрее, Усаги? Усаги. Но тут Леонардо еще есть, не забывай у него. Ага. Он любитель успеть подхилять. Но не в этот раз. Все, по-моему, кобздарики. Да, ребят, все-таки наша команда круче, как ни крути. Несмотря на то, что у нас очень много слабых с тобой взято. Ну что же, двигаемся. Я думаю, сейчас где-то 85-я будет позиция. Ну-ка. Угу. Так, ну что у нас тут? Давай-ка мы, наверное, с тобой обновим. Так, Абен Лкафе. Окей. Окей, давай возьмем его. Я возьму, наверное, сюда Рафаэля еще на всякий случай. И... Так, подожди. Раз, два. Раз, два. Нет, подожди, вот так вот лучше мы сделаем. Так, здесь у нас из противников самый такой мощный, ну, кого я хотел бы отметить, это именно вот этот вот Бибоп. Он очень страшный противник. Во-первых, у него есть граната, во-вторых, удар локтем. Ну и сам по себе, как ты видишь, он очень жирный, его так просто не пробить. А причем Усаги здесь немножко нас подвел, потому что постепенный урон... Тихо, 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 роднули, ну-ка. Апперкотик. И я. Потому что Усаги не на всех вообще, он только на одного противника повесил постепенный урон, ты понимаешь? Остальных просто Леонардо всех косил. На живую, грубо говоря. Так что двигаемся дальше, и у нас 71-я позиция. Слушай, я думаю, мы сегодня дойдем с тобой до... Лиги Мастеров 3 звезды. Должны, обязаны мы дойти сегодня. И это будет круто. Так, Якуб. Кот, давай возьмем кота. Ну, видишь, мы здесь уже с тобой не можем справиться без вот этой парочки. Без Усаги и Лео.
Потому что они, грубо говоря, держат, ну, вот всю эту компашку в кулаке. А вообще, ты что испугался? Давай возьмем Шархана, действительно. Шархан очень даже неплох. Он дебаф делает. Плюс он может заморозить. Ну, он вообще такой универсал. Если он был бы соточкой, мне кажется, он бы тут отжигал по полной программе. И, возможно, даже выстрел с пистолета не только бы дебафил, но еще и ронял бы врагов. Смотри, как хорошо сейчас Усаги, а, сделал. На всех висит постепенный. На всех. Ну, давай, Шархан. Круто. Что и требовалось, как говорится, доказать. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Довольно легко сегодня и быстро у нас идет арена. Слава богу, пока без проигрыша. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. А то ты знаешь, я как ляпну, и обязательно что-нибудь наперекос пойдет. Опять Ромка у нас здесь. Так смотри, а. Чем опасна его команда, ребята? Я вам объясню. У него три Микеланджело. Как мы знаем, у Микеланджело очень большая инициатива. То есть, поэтому я беру здесь вот три таких вот имбовых персонажа, которые просто не дадут ему, ну, даже, так сказать, вздохнуть, чтобы он не чувствовал себя здесь в безопасности. Потому что вначале идет Усаги, потом идет Леонардо и потом идет Армагон. Все. То есть ему не даем ни шанса. А, смотри-ка, Армагон все-таки идет второй после Лео. То есть 99 уровень он уже переплевывает сотого Леонардо. Вот это надо запомнить, кстати. Это у нас ноу-хау. Раньше я не брал никогда их вместе в паре. Поэтому не знал, что у Армагона все-таки инициатива будет сильнее. Ага, вот так вот, друзья мои. Учтем этот момент. Ну что, у нас с тобой еще 8 откатов. Грязный. Грязный. Иди помойся, ё-моё, грязный. Так, берем Усаги Лео. Плюс ко всему возьму я сюда Зека и тихо, Рокзар. И вот этих вот двух. Подожди, подожди, подожди. У нас же тут еще, конечно. Конечно, ребят, куда это я спешу? У нас еще там неотыгранные персонажи. Блин, два Рокстеди, Лео. Вот здесь вот самое опасное, мне кажется, это вот этот Рокстеди и вот этот Лео. Лео чем опасен? Ну, во-первых, он может вертушку прописать, а во-вторых, он отхиливает команду вражескую очень сильно. Так, вот это мне совсем не нравится. Ну, в принципе, уже хорошо. Мы повесили замедляшку, как ты видишь, да, на всех висел постепенно урон, почти на всех. На всех, кому мне нужно. Тех бы мы и так завалили. Крайне вот эту вот. Крайних двоих, троих мы бы ушатали. А на самых жирных он правильно сделал, повесил постепенно урон. Так, ну что, у нас с тобой 27-я позиция. Это еще, ну, как минимум 2 боя. То есть откатов у нас должно хватить с тобой. Вот если бы они еще мне дали 17. Вот, только сказал. Это у нас Аббас. Что с ним творится, я не знаю, что у него там с носом, ё-моё. Очки, ну, я так понимаю, что это Стёп какой-то. Потому что я не думаю, что у него такое лицо. Так, с этой командой пойдет у меня Тимати и Шреддер. Здесь Хан, 78 уровня, ребят, тоже не стоит забывать, что он очень хитрый. Этот каратист. Откуда вообще взялся этот Хан? Вот можешь мне объяснить? Я что-то вот в мультике его не помню. Ну, точнее, я не весь сезон смотрел. Не все 5 сезонов. Я посмотрел, по-моему, полностью первый и какой-то там еще. Хан, я вот Криса Брэдфорда помню, откуда он взялся. А Хан кто такой? Ну согласись, что это чем-то смахивает на Брюс Ли. Прям такой же в очках. Брюс Ли же тоже у нас в очках ходил. Вот. Это типа как отсылка, что ли, на него. Ну вот, смотри, прям один в один. Кто-то мне сказал, что он там, по-моему, этот глава мафии вроде бы как. Глава якудзы. Так, ну что, давай, наверное, возьмем с тобой Колю. Коля Калек. Боже, одуванчик. Так, сюда, сюда. 79 уровень, ребят. 79 уровень врагов. Тут уже надо быть на пределе. Тут уже надо быть на пределе. И, как говорится, тут уже не до шуток. Тут уже серьезные противники. Очень серьезные. Так, ну что, Саги, я на тебя надеюсь. Выруби, пожалуйста, мне Хана. Ну, почти труп. Все. Тут двоечка упала, да? Самые такие шустрые, кто имеет сильные инициативы. То есть это Микеланджело и Хан. Они сразу тюх, слились. Ну, а мы с тобой, как ты видишь, победили. Победили и
переходим. Да. Да, ребята, Лига Мастеров 3 звезды. Да здравствует. Ну что же, у нас с тобой еще 2 отката, буквально на один поединок. И возьму я, наверное... О, опять грязный появился. Возьмем тогда с тобой грязного. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Хотя, блин, поздно, ребята, поздно. Лучше... Ёх, что я сделал? Блин, ребята, вот это... Я сейчас пошел командой неполным составом. Ё-моё, вот это вот я тупанул. Вот это я тупанул, друзья мои, сейчас очень круто. Ну ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас пойдут падать, ребята. Да. Да какого же фига моя спешка вот эта вот дебильная, блин. Я взял, отменил, короче, этого. Кого я там взял-то? Короче, я про Армагона подумал, и вместо того, чтобы его взять, кого-то исключил из команды. Леонардо я исключил из команды, вот кого. Молодец, красавчик. Ну что ж, друзья мои, мы с вами в Лиге Мастеров 3 звезды, 90 ранг, и мы идем на испытание, потому что здесь больше мы ничего сделать с тобой не сможем. Так, испытание. Смотрим. Я думал, ребят, стоит ли мне вообще проходить... Блин, не это. Вот. Городская война, свет в темноте. Потому что здесь мне нужен только один персонаж, по-моему, вот этот вот Рокстеди. Хотя не факт, что он мне нужен. Я вот не помню, точно прокачан он у меня или нет. Сейчас глянем. Так, Рокстеди, да, значит? Ну и где ты? Слушай-ка, нужен, по идее, у него... 80 ДНК из 100. Ну, я просто к чему говорю, ребят. Мы могли бы с тобой просто... Да ё-моё, мы... Да что ты? Мы могли бы с тобой бы вот здесь, например, пофармить. Или вот здесь. Ладно, была не была. Пойдем сыграем, у нас все равно еще время есть, да? Мы с тобой пройдем это испытание. А уже в следующих сериях будем просто фармить. Да, я думаю, так будет справедливо. Тем более здесь команда дается отличная, практически имбовая. Я думаю, пройдем до конца. Ставим, естественно, с тобой на автобой, потому что, ну, я здесь, ребята, как минимум до 7-6 эпизода можно даже мышку в руки не брать. Так, эти маузеры никчемные, естественно, не падают. Это сейчас можно себе, да, вот так вот позволить спокойненько сидеть. А раньше... Голова болела, даже помню первые эпизоды вот эти вот, как я их проходил. Ну, 10 уровень, по-моему, всегда легко проходились, начиная где-то уже с 5-6. Вот эти вот почти сложности. Так что, ребята, я вам рекомендую всегда проходить вот эти вот испытания. Для того, чтобы, естественно, получать ДНК на разных персонажей. Мне, естественно, приятно от вас читать комментарии, когда кто-то себе открыл нового персонажа. А еще лучше, когда он его прокачал до платинового ранга. Я сразу вспоминаю, как я это делал. Да, и... Гордость, ребята, гордость за вас, что вы вот так вот не играете во взломки, а своими силенками. Ну, я вас предупреждаю, ребята, это очень будет долго. И, наверное, не каждый сможет дотянуть до конца. До конца этой развязки, как говорится. Сегодня, не знаю, ребята, сегодня по программе дня у меня Stick War Legacy должны быть. Потом, наверное, будет Tower Conquest, скорее всего. Серия уже по лесорубам должна выйти к этому моменту, когда вы будете уже смотреть этот видос. И, естественно, Драконы Всадника Олухи. У нас с тобой два испытания. Одно, которое мы должны допройти, и одно из новых там открывается. Это вот такие вот у меня планы. На втором канале, я не знаю, либо Loop Hero будет, петля героя, либо что-нибудь еще. Там уже определимся ближе к вечеру, так сказать. Потому что мне еще надо сегодня идти смесители менять, уборку наводить, потому что вчера меняли окна пластиковые, ставили там балконный ряд. Там пылища в квартире, боже, какая страшно смотреть. Плюс вчера еще кран потек, вытяжку делал. Ну, короче, там много всякого
И к тому же скоро на работу, ребят. И вот это вот все как-то, ну, надо уложиться в эти вот две недели последние. Даже не знаю. Открыть новые эти счета свои на оплату. В общем, трындец полный. Так что если, ребятушки, не будет там выходить в какой-то определенный день видосики, то знайте, что я очень занят. А не то, что я там не хочу или мне лень выпускать для вас очередной видосик. Ну что, как ты видишь, мы переходим с вами на эпизод 4. Ну тут все тоже легко, ребята. 40 уровень просто с лица земли сотрем. По одному удару, да? Слушай, мы, кстати, с тобой не посмотрели, сколько мы заработали мутагена. Потому что я хотел Армагона прокачать уже до соточки. Но мне кажется, вряд ли. Вряд ли мы с тобой набрали, сколько там нужно. 26 тысяч, да, мутагена надо было. Потому что было, по-моему, всего 4 тысячи. Ну, все равно глянуть стоит. Так, минус. Слушай, а ты вот этих вот самураев помнишь по мультику, по мультсериалу? Я вот что-то не помню, ребят. Что это за такие самураи? Опять же, это роботы, 100%, да? Потому что, ну, клан фудовцы, понятно, они изначально присутствовали. А что вот это за самурай, фиг его знает. Короче, эпизод 5, и на 6 эпизоде мы с тобой как раз будем получать того самого Рокстеди. Ну что, погнали. Так, минус. А, так тут полтинник. Тут 50 уровень, поэтому можно даже не переживать. Но вот эти вот кланфутовцы, мне кажется, они посерьезнее, чем обычные, да? Потому что у них что там только нету. И булава, и циркулярка. Конкретно такие роботы. А здесь кто? Здесь Рокзар и Саблезуб. Опять же, это для нас не проблема, как мы видим. Мы их разбираем на изи. Так, тыдыч. И последняя волна. Муха, Бибоп, ну и кланфутовцы. Да, буквально по удару каждому нужно, чтобы вырубить. Это хорошо. Ну что, мы с тобой переходим на 6 эпизод, где у нас ДНК на того самого Рокстеди, которого нам надо с тобой прокачать по фул звездам. До 5 звездочки нам нужно его постараться. А остальные, в принципе, да, Шархан, Шреддер, они как бы нам и не нужны. Но мы все равно с тобой попробуем пройти полностью. Фиг с ним. Как я уже говорил, сегодня мы подеремся, а уже в следующих сериях будем с тобой заниматься фармом. Так, окей, тут уже 4 волны. Было 3 изначально, стало 4. И в конце, по-моему, уже будет 5 волн. Опять же, я здесь, ребята, играю на автобой. Как ты видишь, я даже ничего не делаю. Майки зачем-то сделал свой танец. Непонятно для чего. Перестраховка какая-то. Так тут 60 уровень, тут можно не бояться. Я понимаю, если бы еще, ну, 80 был бы уровень. Там да, а здесь-то что? Мне нравится здесь, как звучит шум дождя. Я не знаю, почему, ребят, но мне нравится. Просто представь такую картину, да? Черепашки бегут по улицам, там, по крышам небоскребов, да, и дождь. А люди себе спокойненько сидят дома и отдыхают. Кто-то даже спит. Кто-то пьет горячий чай, смотрит в окно и не видит, что наверху происходят вот такие вот разборки. Прикольно же. Так, ну-ка. Бабах! Да, зарубил. Удар месть очень хороший, ребята, в плане того, что потом, когда Усаги... Ну, он как бы прикрывает твоих персонажей. Так, ну вот и ДНК. Так, Шарханчик. Погнали, тут уже 75 уровень. Здесь в зону риска входит у нас Донателло, потому что он имеет 80 уровень. То есть, если они за него возьмутся вплотную, то, в принципе, могут его разобрать. На последнем эпизоде, скорее всего, мы с тобой откажемся от услуг Донателло и пойдем без него. Так, минус Маузер. Видишь, что они делают? Они всегда, ребята, пытаются атаковать самого слабенького. О, Рафаэль Малорик. Как говорится, постоял за брата. А брат еще и сделал доп. Защиту. Вообще найсово. Плюс у нас критовка стоит. Крит урон, да?
Замечательно. Так, смотрим, что они дальше будут делать. Так, у Донателло, у Лео и у Майки стоит... Стоял, по крайней мере, двойной удар. Теперь стоит у Лео, у Дони и у Саги. То есть каждый ход рандомно может на кого-то это перепасть, да? Это, как сказать, баф. Пассивка. Это пассивка от Усаги. Так, решил все-таки месть. Ну, в принципе, правильно. Месть — это тоже вещь хорошая. Смотрим, что он делает. Хоба. Ведь прикольно, да? Так. Ну, ничего себе ты, парень. Ага, Рокзарчик берет провокацию. Давай-ка мы его... Что-то тяжело он как-то идет на разбор, да? На. В минус. И переходим с тобой на четвертую волну. На четвертой волне нас ожидает Рокстеди, Бибоп и, в принципе, все. Этих хохломонов мы с тобой сейчас разнесем. Так, давай добивай его, отлично. Сюрики. Зря ты сделал это, Маузер. Ну, ты сам прекрасно видишь, да, все идет вообще великолепно. Ярость Рафа, это вообще смерть. Тихо, Рокстеди. Зря ты так, парень. Причем он с серпом, с молотом, да? Ну, чисто русский Ванька, ё-моё. Так. Минус Шреддер. Сразу же причем, да? Ух, а это у нас... А, нет, это не последний эпизод. Последний будет после этого. Так, муху валим. И остается Шархан. Ё-моё. Нифига он, смотри-ка, соточки. Усаги. Мало того, что отнял немножко здоровья, так еще и повесил постепенный урон. Вот так вот. Шархан тоже может, как говорится, за себя постоять. Ну, а мы с тобой переходим на последний, 8-й эпизод. Поехали, ребята. Ой, елки-палки, я же хотел до не... Все, ребята, играем своими ручками. Я же до не хотел оставить, ты понимаешь? Ай... Ладно. Ну вот, началось, да? Они сразу прочухали фишку и начинают бомбить Донателло. Так, Рафаэль, давай. Контратака. Так, ушатали. Давай на всякий случай поставим защиту дополнительную. Предположим. Второй эпизод. Точнее, вторая волна. Так, ну здесь я, наверное, не буду долго с ней рассусоливать. Давай-ка сразу сделаем вертушку. Упс. Даже не все упали, прикинь. Вот так. Переходим с тобой на третью волну. Давай-ка мы сделаем месть. Вот так. А месть почему-то не повесилась, кстати. Ха-ха. Прикинь. Усаги делал месть, но она не повесилась. Давай-ка сделаем ярость Рафа. Окей. Так. Уклоняшку я пока не буду брать. Ну, она сейчас не нужна. Так, в минус. Муха тут плюется. Понижает нам защиту. А ну-ка. Вырубили саблезуба. Донателло пока себя чувствует превосходно просто. Ну что ты? Смотри, он достал, а? Именно по Леонардо бомбит. Четвертая волна. Окей, ну что? А давай сделаем с тобой баф. Хороший такой крепкий баф. Оу, найс. Теперь я возьму провокацию здесь. И все. И мы как за каменной стеной. Никто нам теперь здесь ничего не сделает. Минус. Так, ну-ка, сюрики. Прекрасно. Зря так сделал парень. Ну-ка. Вырубили. Так, я, наверное, на всякий случай, ребята, сделаю хилочку.
добиваем. Окей. И остается Рокстеди. Да ё-моё, он берет этот огнемет свой, а. Хорошо, никому не повесил постепенного урона. Ну что, а вот и супер Шреддер у нас здесь оказывается. Не просто Шреддер. Ну что же, Олух, ты сам напросился. Поехали. Все, мы заблокировали ему способности. Теперь он наш. Лео, конечно, жарит, будь здоров. Лео отнимает здоровье просто имбически. В отличие от Донателло, конечно. Так, ну что, добиваем его. О, у него еще и отложенная смерть была. Все, причем, когда он упал, у него, в общем-то, ребята, эти когти отвалились от рук. Интересно. Ну что, как ты видишь, мы с тобой прошли это испытание. Очень даже легко и хорошо. У нас даже с тобой есть немножечко сыра. И я хочу вот здесь вот потратить его. Ай, как красота, ребята. Донателло, ролевой, выполни, молодец. Так, 50 жетонов. Ну да, больше ничего я не могу сделать. Так, сколько... А, поднять уровень же, да. Сколько у нас мутагена? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. 20 тысяч. Ну ладно, давай с тобой кого-нибудь маленького апнем по уровню. Ну, например, Леонардо, да? Вот так. 35 уровень. Просто я, ребят, хочу Армагона уже докачать до соточки, а мне там не хватает буквально 11 тысяч мутагена. И забираем с тобой награды. Ну что, как-то вот так вот сегодня неплохо поиграли. Единственное, конечно, мне на арене взбесил последний бой, потому что я взял, убрал Леонардо из команды и Армагона не взял. Почему не взял? Потому что у него... Потому что он был тогда в откате, а откатов у меня не было. И что-то я так поспешил, все быстро сделал, что сам немножко прихренел. Ну что, а на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!